Всем привет, ребят. Ну что, очередной обзор на Бабузину. Ее у нас назвали Махатма, вот так она будет называться на русском сервере. Ну и как и на английском, в принципе. Что могу сказать по герою? Там читал комменты, многие писали: Берс топ, нифига, Берс не топ. Каменка все-таки намного лучше смотрится на PvP-локациях. Это я уже как бы для себя увидел. Но есть талантик покруче, чем Каменка. Это священный огонь. Я Каменку слил, как я и говорил, и прокачал ее священным огнем. То есть у нас по сути ничего не поменялось в ней. Все как и было. То есть 10-10, 300% урона, 18 энергии забирает, 75% понижает, 100% ускорение. Стоит сейчас порочный пакт. Просто так решил поставить на деф. Давайте я сейчас сниму, поставим. Ну, утекание давайте поставим, чтобы было с утеканием, как и все предыдущие. Необузданная ярость, плюс 30%, 20% на оглушение, на 2 секунды, 8 секунд кулдаун. То есть ускорялки ей вполне хватает. Кто видел обзорчик с Каменкой, в принципе, знает, какой герой. Ну, я решил уже сделать на максималке ее. Возможно, я ей поставлю еще... Потестирую новый талант, но пока не хочу его сливать. Есть другие герои, которых хотелось бы увидеть с этим талантиком. Ну, вот такой вот, такая сборочка. Ангел у нас не прокачанный будет. Артефактов, как обычно, у нас нет. Хотя было бы неплохо она в медальке. Но, к сожалению, она относится к красным критовой гильдии. То есть тут иммун к стану, который ей не нужен. По сути, поехали. Посмотрим сейчас в рейдах в действии. Так, что тут у нас? Минотавр, Огнекрыл. Ну, давайте попробуем через заклинательницу забежать. Если, конечно, сможет. Да, затянули заклинательницу. Вот смотрите на ее жизнь. Она себя 15 тысяч отхиливает. В принципе, этого где-то хватает. Ну вот как неплохо, смотрите, как офигеть. Вот это прикол. Нормас так слилась. Отражалки. Надо будет посмотреть на повторе. Я что-то смотрел на живу. Не смотрел, или отражалка есть. Так, Рину. Ну тут нету смысла нападать. 12-я. Вот еще одна заклинательница. Кстати, давайте еще раз протестим. Очень интересно. Плюс стрелок. Так, ну что. Как-то очень много. Ну, тут вот видно, что уже получше. Там, скорее всего, была отражалка. Я не досмотрел, не знаю. Ну, вот, снесла. Поехали дальше, посмотрим. Кто у нас следующий на очереди? Стрелок. До свидания, стрелок. Черепок. Ой, череп молчанку наложил, обидно. Вот череп включился. Но, как видите, сколько у нее дефа. То есть череп под своим скиллом даже полностью не может ее ушатать. Ну, вот так вот черепом разобралась на изи. Хотя другая там берсовая не смогла бы этого сделать. То есть 10 героев она выносит на ура. Так, Бигфут. 10 я имею в виду со скиллом. Десятым. Так, ну вот так вот изи разобрала, как видите. Никаких проблем даже под стрелком. Единственное, опять же, это отражалка. Ничего себе, еще одна заклинательница. Ну, давайте еще одну. Тут другие уже герои. Расстановки вот на Китае, чем нравится мне Китай. Тут хоть можно нормально попробовать против разных героев. Он там что-то написал. Ни хрена непонятное. Так, ну, по идее, заклинательница, до свидания. Смотрите, как Крину достает через всю карту. Офигенный герой. Тут герои даже стоят в фракции. Вот заклинательница понизила энергию. Так, против Рину смотрим. Кто кого? Рину? Рину или она? Кстати, срабатывает фракция. Что-то я не могу понять.
А все-таки больше и на Рину, видите, на Рину тоже действует этот артефакт. Ну, точнее, хранитель. То есть без разницы какой, какого больше, тот и будет действовать. Но Рину тоже до свидания. Вообще нереально Рину даже что-то сделать. Посмотрите, она просто его шатает за счет скорости атаки. Вот поэтому как бы я и выбираю всегда. Вот сейчас хранитель будет очень интересно. Он включит отражалку. Вот включилась отражалочка. Смотрим. Вот хранитель, на хранителе должна слиться. Тут однозначно слив будет. Так, он может еще попадет. Я не посмотрел, сколько процентов. То есть, как видите, такое именно... Не надо ей больше там скорости атаки. И самое главное выживать, потому что урона очень много, а сливается она очень просто. Так, ну тут, конечно, нас сейчас сольют. Тут мы сейчас на Фрею. Ну опять же, смотрите, Фрея не так быстро сливает. Как мы покоцали героев. То есть, если был бы какой-то подхил, может еще он нам попадется. Сейчас в рейде посмотрим, выпустим ворожея. Сейчас его надо только поставить. И затестим. Так, ну тут... Давайте почему бы и нет, давайте затестим. Огнекрыл есть. Но опять есть хранитель. 11 скиллы. Ну, конечно, жестко она фигачит. Так, отхил включаем. Смотрите, что она делает. Ну, видите, под этим она даже быстрее слилась. Жалко, жалко, конечно. Ну, героев шатает под бафом очень круто. То есть не надо ей усиляющий талантик даже на атаку, я думаю. Ее атаки вполне хватает. Она просто быстрее бьется. Так, ну-ка тут, ну тут тоже, наверное, без вариантов. Даже если мы выпустим вот так вот ворожея. Просто изи. Офигеть. Вот, вот что значит... 11 скиллы просто жесть. Вот это кайф героя. Так, вот тут давайте тут опять сделаем отхил. Ну. А, не хватило. А, там Фрейю активировали, все понятно. Если бы, конечно, не Фрейю, ушатали бы и Некроса здесь. То есть, как видите, шатает абсолютно практически всех героев. Там, конечно, возможны разные варианты. Вот давайте еще один с Некросом. Некрос не убьет ее с таким талантиком. Так. Ну, это просто жесть, смотрите, я даже не кидаю еще. Вот у меня сейчас активирован 28 уровень, я прокачал, кто не смотрел видосик, у меня 28 уровень здесь максимальный, какой можно достать на сегодня хранителя, потому что надо пройти дальше подземки, либо камней набить. Ну вот с ворожаем, Некрос опять ничего не может сделать. Супер. Вот такая вот сборочка мне больше нравится, чем все остальные. Даже с новым талантом, если ее собирать, честно говоря, да, там будет плюс одна клетка. Новый талант даст урон, но он не даст хп. А тут 60% хп, это тоже немало. Ну давай, давай, давай. Не, не хочет. Или досольет. Не, не сольет. Тут сейчас Афина активируется, все, и хранитель. Не знаю, мне нравится. Так, окей, давайте побежим на арену. Давайте в экспедиции затестим еще. Надо экспедицию проходить. Вот два героя, видите, два героя можно, один герой активируется фракция. То есть должно быть количество просто больше. Зря я ворожая сейчас выпустил, конечно. Он сам их всех ушатает. На подземках, думаю, показывать смысла нету, она там будет тащить однозначно, даже такая с каменкой я показывал. Сейчас пойдем еще на арену потестируем и потестируем в забытой.
что она там сможет сделать. Поехали, следующий. Вот, интересно. Против душика, интересно. Душик. Знать бы, чем тут душик. Только вот душегуб. Вот смотрите, душегуб не дает ей зарядиться. Но все-таки она должна его, по идее, ушатать. Или нет? Застанили. Отлично. Душик тоже с отхилом. Нифига себе. Не, все-таки слила душика. То есть надо, против нее надо очень много разброса, ребят. Так, одержимый. Че, кто кого одержимый? Не, нифига одержимый, ни о чем. Медуза тоже. Сейчас и черепа приходует. Может, череп сольет. Не, череп даже вот включился. У черепа 10 скилл. И посмотрите, он не может ее пробить под своим умением. Жесть, она в то время просто Анубиса шатает издали. Это просто жесть, а не герой, ребят. Пол карты. Просто пол карты. Так, поехали на арену. Там тоже интересно посмотреть. А, и тут у нас, конечно, слабенькие топы. Кстати, если сейчас по ней попадут, у нее автопрок пойдет. Нет, не попали. А, и тут у меня еще и Фрея стоит. Понятно. Так, ну-ка, это может топ какой-то. Вот, отлично. Герои с эволюциями. Так, начинаем с черепа. Ну что, сольете? Вот видите, вот тут вот немножко неудобно. Но все равно, гуд. Урон... Вообще, герои со второй эволюции нифига не могут сделать. Жесть, конечно. Ну, с этими хранителями, блин, такое, такая жопа. Я себе, они ее слить не могут. Жесть. Ну, единственный вариант, это забирать у нее энергию. Кто-то энергию там забирает, не дает ей все время атаковать. Так, ладно. Попробуем на этого напасть. Это слабенький. Вот видите, автопроб прошел. Только ее зарядили. Вот еще раз ударила. Не знаю, зачем ей больше урона. Как бы смысла не вижу. Убиваться будет. А вот выживаемость, мне кажется, самый лучший вариант. Ну, к сожалению, тут нету сегодня топов. Так, стрелок есть. Окей, смотрим. И тыква есть. Ну, по-моему, тыква все. Просто всех вынесла. В ряд. Ну, так вот. Так вот. У меня ничего нету, давайте обновим, может какой-то хоть топ попадется. Вот какой-то АА, ну давай АА. Нет, это АА, ничего не сделает тоже. Только разобьет мой кристалл, наверное, быстрее, чем я его. Ну-ка, интересно, кто кого. Не, он должен быстрее разбить все-таки. Больше героев. Ну, Рину есть. Давайте на Рину пойдем. О, это какой-то топ. Блин. Ну, один на один Рину хотя бы так посмотрим. Посмотрите, она с центра достает полностью до камня. Это просто жесть. Просто жесть. Офигеть. Круто.
таком случае одна клетка, наоборот, будет камню не доставать, а тут получается... О, еще один есть, давайте еще этого достанем. Вот, отлично. Так, ну тут есть душегуб. И сейчас ее заблочат, скорее всего. Все пофиг. Просто жесть, ребят. Посмотрите, что делает. Вот опять же. Та же самая картина. Так, хранитель есть. Ну, хранитель. Не, нифига. Просто изи. Да. Вот так вот, ребят, не знаю. Пишите в комменты, что вы думаете по этому поводу, но это реально просто жесть. Имба-герой, блин, и как по мне, самая топовая для него прокачка, потому что урона больше, честно говоря, и не надо. Хватает и урона, там дефа, а лучше и жизни все-таки. Она более выживаемая будет. Ну, я еще потестирую обязательно с новым талантиком. Так, 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 так. Что там у меня еще есть? Еще какой-то есть. С некросом там увидел. Нет, ладно, давайте на забытую. Потестим ее здесь. Вот так вот, пусть она одна будет. Надо как-то на этой неделе не полениться. Затащить всех топов. Да, это, конечно, не топы. Ну, Фрейя там ничего не сделает. Вот, неплохо. Интересно. Так. Просто жесть. На изи. Ну, один соло-герой, который вынес, блин, 5 вторых там эволюций, там, не знаю, тоже прокачки. Просто налегке, там анубисы всякие, ну, как ни в чем не бывало. Жесть, конечно. Ну, давайте. Просто налегке. Ну, думаю, это такой интересный универсальный герой, как для PvP, так и для других локаций. Будем дальше тестировать. На основе однозначно буду выбивать и тестить. Так, может, тут что-то интересное будет. Отражалка, например, сразу. Да они просто не успевают даже добежать. Просто жесть. В общем, вот так вот, ребят, такой вот обзорчик у нас... Был герой действительно достойный, есть смысл качать, даже в любой прокачке он будет себя показывать на ваших аккаунтах круто, но я решил все-таки остановиться пока на этой прокачке, на основе я уже, когда выйдет новый талантик, потестирую там. На китайке, честно говоря, есть другие приоритеты, немножко других героев хочу прокачать, потестить. Все, пишите комменты, подписывайтесь, всем удачи, всем пока.